Это задание гораздо опаснее всего, с чем вы сталкивались ранее. Мы идем в пасть врага, штаб-квартиру Блэквуд. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Вы должны взять его живым или мертвым. Не дайте ему уйти. Граната пошла! Граната! Белок мертв. Идем дальше. Система безопасности вырубила лифт. Придется зачищать этаж за этажом и взламывать коды доступа. Я дам знать, когда мы будем готовы. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Нужно двигаться, бойцы. Наш радар засек, что к вам приближается вертолет. Скорее всего, цель собирается покинуть здание на нем. Вы должны добраться до вертолетной площадки, пока вертушка не приземлилась. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Стрелок убит! Пошли, пошли! Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Я убил стрелка! Стрелок нейтрализован! Помогите мне!
Мы готовы к зачистке следующего этажа. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Приготовиться! Я убил стрелка! Должен был встретиться с директором Blackwood Урсулой Эллис. Запомните это имя. Она может стать вашей следующей целью. Я попробую что-нибудь о ней раскопать, пока вы выполняете задание. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен.
без проблем. Граната! Код доступа у нас. Шевелитесь. Аналитиком в лондонском банке Brayman Brothers. После падения фондовых рынков Элис и ее семья, как и несколько тысяч других людей, просто исчезли. Постаралась некая радикальная партия правосудия. Люди, потерявшие все свои деньги, открыли на банкиров настоящую охоту. Мне почти стало жаль Урсулу. Почти. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Случилось с ней и другими работниками Brayman. Но известно, что эту охоту на ведьм пережила только Элис. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены.
получили код доступа. Вперед! Всего через несколько месяцев Урсула предложила американским толстосумам помощь в защите их сбережений. Эта женщина – финансовый гений, я ничуть не преувеличиваю. Так буквально в одночасье родилась корпорация Blackwood. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Продолжаем движение. Стрелок мертв. Идем дальше. Солдаты, пора подниматься на следующий этаж. Осторожно, граната! Мне нужна помощь! Идите близко. Получен. Элис настоящий лидер, в этом нет сомнений. Но все, во что она верит, это всемогущий доллар. Она обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Сейчас Элис обладает огромным влиянием, но есть один человек, к мнению которого она всегда прислушивается. Этот человек – наша цель. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Я убил стрелка! Нейтрализован! Вперед! Граната пошла! Идем дальше! Можно идти!
Давайте к лифту! Продолжаем движение. Снайперу конец. Техники взломали защиту. Давайте. Внимание, отряд! У меня для вас важное сообщение. Командующий Warface генерал Ли Уортон с этого момента лично возглавит операцию. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Генерал Уортон на связи. Я горжусь вами, бойцы. Вы проделали чертовски трудный путь и показали этим наемникам, что значит быть настоящим солдатом. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Thank you.
держаться самую малость. Сейчас не в этом здании. Я уже имел удовольствие встречаться с ней, когда она только затеяла создание Блэквуд. Тогда они были всего лишь кучкой мелких бандитов, промышлявших в странах третьего мира. Они и сейчас ими остаются, но с тех пор отрастили зубы. Надо было прихлопнуть их, когда у меня была такая возможность. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Граната! Соберитесь, солдаты! Пора подниматься на следующий этаж. Запас пополнен.
Граната! Зачистки следующего этажа. Идите к лифту. Лифт ждет. Нам удалось расшифровать некоторые письма Элис. Личность цели подтверждена. Мы считаем, что это человек с монетой собственной персоной. Его имя Оберон Уайт. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Убила снайпера.
Переходите на следующий этаж. Снайпер нейтрализован. Переходите на следующий этаж. Включили лифт. Снайпер убит. Оберон Уайт? Что за идиотское имя? Почему не Джек или, например, Роберт? Я бы даже свою собаку не назвал Оберон. А я ненавижу свою собаку. В любом случае, он нужен мне живым, мертвым или, если хотите, полумертвым. Мы не можем его упустить. Он слишком часто ускользал от нас. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены.
мистер Уайт никогда не появляется на публике. По нашим данным, в 9 лет у него был диагностирован аутизм, но при этом наблюдался чрезвычайно высокий уровень интеллекта. Его считают гением. У нас мало информации об этом человеке, но пока все сходится. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Стрелок убит! Пошли!